Европейские фондовые рынки закончили торги вторника без единой тенденции. Биржи Милана и Мадрида второй день подряд остаются лидерами обвала. Сегодня они потеряли по 1,5%. С утра Еврогруппа попыталась успокоить рынки, заявив, что кипрский план спасения уникален и не будет использован для других стран зоны евро. Хотя накануне глава Еврогруппы утверждал обратное. Впрочем, полностью отыграть потери понедельника не удалось. Данные о потребительском доверии в США по итогам марта, поступившие во второй половине торгов, инвесторов разочаровали. Российский рынок акций обновил годовые минимумы. Индекс РТС и МВБ потеряли менее процента. Курс евро остался на уровнях понедельника. Доллар 28.50. Рост цен на нефть в ответ на новости из Америки остановился.